Событие, которого жители Видного ждали долгие годы. Сегодня состоялось торжественное открытие выезда из 6-го микрорайона. Первой на новую дорогу выехала колонна автотранспорта Дорсервиса. Более 55 тысяч жителей новых микрорайонов теперь имеют свой выезд на федеральную дорогу М4 Дон. Больше не придется стоять в многокилометровых пробках, которые этот поток создавал в центральной части города Видное. Это знаковое для нас событие. Вот сегодня техника-строители уже опробовали. И я вижу настроение всех сопричастных здесь сегодня. Я говорю, это сложно недооценить и трудно переоценить. Это очень важно. И Сергей Анатольевич Гаврилов, который, наверное, все-таки главный герой, потому что он жил на этом, он сегодня сказал, сегодня счастливый день. Мы ввели проблемный дом, мы открыли выезд из 6-го микрорайона, поэтому я хочу всех поздравить вот с таким замечательным днем. Проект строительства выезда был реализован за счет внебюджетных средств. Все расходы взяли на себя два застройщика – Купеленко Девелопмент и Брусника, которые занимаются строительством многоквартирных домов в этой части города. Депутатский корпус очень активно участвовал и в проведении общественных обсуждений, когда дорогу только планировали. Соответственно, здесь я большое спасибо хочу сказать нашим местным жителям, которые здесь живут. Они очень активно подходили к такому некому общественному контролю строительства, что называется, держали в тонусе неустанно и депутатский корпус, и администрацию, за что им действительно большое спасибо. И спасибо, конечно, строителям. Пока движение будет осуществляться только через улицу Донбасская. Выехать на МКАД или в Москву можно, проехать мимо станции Расторгуева, а затем по Старонагорной. Но в ближайшем будущем планируется открытие второй очереди строительства автодороги, которая позволит выезжать из города непосредственно на М4 в сторону столицы. Расширенный репортаж с открытия дороги смотрите на нашем телеканале в понедельник в вечернем выпуске новостей.